Доброе утро, мои любимые. Доброе, прекрасное, великоновгородское утро. Какая тут красота. Я тут хожу, все это подметаю. Все усыпано шишками было. Я уже почти домела. Ну, естественно, уже и всю территорию подмела. И все поубирала. Сейчас поздороваюсь. Просто я как баба-яга лохматая. А еще и мокрая насквозь. Потому что еще надела эту рубашку, чтобы не продувала спину, когда ветер. А сегодня как на злую ветра нет. Или как на добро. Та-та-та-та. И еще я только что увидела нашу с вами кисоньку. Вы все спрашиваете, как там кошечка беленькая, где ее котятки? Я иду, а она там вон возле желтой машины лежит со своим суженым муженьком. Вот, машины едут. А я еще шишки не собрала, они как будут становиться. Прям как у меня. Хотя еще рано времени, наверное, 7. А я уже все закончила. Приехала сюда 5:30. Вот за 1.5 часа убрала урны, участок и все бахилы пособирала. Тут видно, ветер был вчера, да, вчера очень сильный был ветер. Хотя я вечером все собрала, опять все поразлеталось. И здесь вот этот вот кучу должны убрать, которая там вон в центре, кучу мусорную. Так. Ну, хоть как-то соберу, потому что сейчас поставят машину, и я не смогу потом туда подлезть. Вон там пакетик стоит. Ну что, нету у них тут совков таких удобных с тем, что мне дали, железный огромный. С ним вообще неудобно, я не могу его таскать за собой. Он весит, как я, в половину больше меня. Все, все шишечки пособирала. Ну, смотри, куда становится. Вот как я там теперь кучу уберу. Костюм. Доброе утро. Доброе утро. Так. Ну что, он встал на кучу, что я не могу там уже убрать. Что? О, благодарю. У меня что упало? Ой, это девочка стала. Ну, бог мне. Значит, завтра уберу. Спешить. Некуда. Пойду гляну, если там кисонька есть. Смотрите, в какую рань они все приезжают. Я в шоке. Где там наша кисонька? Тут не вижу. Тут не вижу. Здрасте. Тут где-то она была. Кисонька. Та-да-да-да. Та-да. Наверное, под этой машиной сидит. Может, где-то тут есть лаз, куда она залазит. Не, не вижу. Ладно, бог с ней. Вот мне сказали, все тут посыпано. Тут все было усыпано этими шишками. Я здесь, наверное, уже 5:30 мету. И то можно еще понаходить парочку. Все. Ира отработала. Звенит пакет с бутылками. Как будто я ходила это бутылки собирать. По этим, по паркам и скверам. Точностью до миллиметра. Банк Империал. И бычки тут кидают. Все. Чистота. Залог здоровья.
Все, мои любимые. За вашу плату и по делам вам будет. Вот здесь я все повыметала, под этими было трава, листья. Вот там до конца все промела утром. Наверное, без 10:06 было времени. Ой, капец. А тут у меня красота, моя любимая. Даже не поздоровалась. Смотрите, как красиво. Это что-то. Хочу сфоткать. Да снимайся ты, перчатка. Давай. Ой, блин. Фу, снялась. Сфотала. Фу. А у меня на голове вообще не знаю, что. Давайте хоть поздороваемся. Я реально вся мокрая. У меня пот течет. Еще и слабость. Из-за этого флюса, но он немножко уже поменьше. Люблю вас, мои хорошие. Все, пошла переодеваться, сухие вещи, потому что футболки, футболка и вторая футболка внизу мокрые насквозь. И водичку я не взяла сегодня. Но я, как всегда, бежала на работу. Куча дел. Видите, что у меня на голове? Ну ничего, я сейчас причешусь. Приведу себя в порядок и буду как... Почему как? И буду красоткой. Воздух! Целое утро слушаю эту песню. На-на-на-на. На-на. А тут захожу я вся в белом. Сейчас причешусь, у меня тут расчесочка есть. И резиночку надену. И будет вообще красота. Смотрите, как у меня выходишь, и тут лепота. Правда же красиво, мои любимые. Приходите в гости. Помните, как в этой песне? Приходи на меня посмотреть. Реально я все мокрая. Че ж вы упали? Че вы падаете? Шо вам все не так? Красота вообще. Хоть расчешусь. У меня там в камеру меня видно. У меня реально волосы мокрые все. Капец. Ну сейчас очень удобно, потому что она дала эти новые перчаточки, которые тряпичные. И у меня, хоть я эти резиновые снимаю, а у меня ручки не это, не течет вода с этих перчаток, понимаете? Очень так ручкам приятно, что они чистенькие и что сухие. В общем, вот так вот. Я утром столько не расчесывалась, сколько сейчас расчесываюсь сейчас. Хорошо, причешусь и пойду. Устала, у меня реально фитнес плюс сауна. Два в одном. Люблю вас, мои хорошие. Всем божественного дня. Пусть у вас все-все-все-все-все получается, как только вы хотите. Спасибо, что вы есть.